Инспекция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память». Вместе с депутатами окружного совета депутатов от «Единой России» в ней приняли участие сотрудники администрации территориального управления и представители местных ветеранских организаций. «Мы осмотрели два самых крупных мемориала Кубинки», сообщил председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев. Один находится в самом городе, а другой рядом с военным городком Кубинка-10 в селе Акулово. Возле обоих мемориалов есть братские могилы земляков, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. А на гранитных плитах выбиты их имена. После осмотра мы составили план подготовки мемориалов ко Дню Победы.